Ну вот это здорово. Через коридор. Одноручный бэкхенд от Маргариты. Один брейкпоинт отыгран. Такую атаку можно, конечно, произвести только после хорошей первой подачи. Перебивает на сторону соперницы Маргарита Гаспарян. И это уникальный просто мяч, который ей удалось выиграть. Великолепный удар с бэкхенда от Маргариты. 0-15. Вот. Уверенность необходимая. Должна она хотя бы немножечко поприсутствовать в действиях Гаспаряна. Лучше так, чтобы серии прошла. Ну...